Всем привет! Сегодня у нас пятница после моего дня рождения, и я решила заснять этот влог и завтра его продолжить. Сегодня будет маленькая такая часть, а завтра я его продолжу снимать, и как бы получится такая целостная картина, я надеюсь. Вчера был мой день рождения, но я ничего не снимала на свой день рождения, потому что, во-первых, все началось с того, что я просто забыла влоговую камеру. А потом как-то у меня была возможность ее забрать, но как-то я решила, что не хочется мне в этот день снимать, потому что особо ничего интересного, кстати, и не происходило. Вчера был четверг, все близкие, друзья, все были на работе, поэтому как бы вчера мы так очень так скромненько с Никитой просто посидели в ресторане, поужинали, и на этом все закончилось. А само празднование мы переносим на субботу, то есть на завтрашний день, и завтра тоже хороший повод есть, потому что завтра день рождения у Сэмика, ему исполняется 2 года, и мы решили собрать всех наших друзей, сделать шашлычки какие-то, посидеть на природе, потому что погода действительно очень жаркая сейчас уже, как вы видите, я наконец-то в платье, не могу нарадоваться такой вот погоде. И, кстати, сегодняшний лук на мне я сделала, может быть, минут за 10 максимум, потому что я долго сидела дома, что-то как-то там копошилась, какие-то дела делала домашние, и тут мне звонит Никита и говорит: заедь, пожалуйста, за мной, забери меня с работы и поедем где-то прогуляемся. И я вообще такая просто зачуханная, с какой-то гулькой на башке, волосы растрепанные, как-то они ни грамма косметики на мне нет, ничего нет, и он говорит: я через минут 20 освобождаюсь, то есть, грубо говоря, мне нужно сразу выезжать, просто выезжать после того, как он позвонил. Я ему сказала: ну ладно, я минут через 10 выйду. И вот это, кстати, мне кажется, довольно неплохой лук, как за 10 минут. И вот я часто слышу, что если вы хотите, как бы, если у вас нет времени, но вы хотите классно выглядеть, то нанесите какую-то яркую помаду. Я, в принципе, не совсем с этим согласна. Я считаю, для того, чтобы неплохо выглядеть за просто минимальный отрезок времени, собраться именно неплохо, мне кажется, нужно 3 вещи. Первое – это обязательно какая-то простая в выполнении прическа, но которая очень вам идет. Я сейчас вот полюбила делать себе вот такую вот челку и как бы укладываю ее от лица. И мне кажется, что эта прическа мне очень идет. Я иногда тоже еще хвостик вот так вот делаю на бок при этом. И выглядит это действительно так, как будто я, ну так, добрых минут 20, наверное, потратила на всю эту прическу. Хотя на самом деле она делается, ну, просто за минуту. Я там быстро волосы расчесала круглой расческой, вот это вот вытянула челку, как бы закрутила от себя. И надела вот такую штуку. Кстати, это мне пришло с какого-то китайского сайта, я точно не помню с какого. Я заказала их в 2 цветах и долго думала, что мне с ними придумать, потому что, как я их не надевала, они мне вообще не нравятся. У меня получались такие зализанные волосы, получались, и выглядело это просто кошмарно. А сегодня как-то я вот решила одеть вот так вот, половину волос заправить, половину волос как бы оставить возле лица, и мне кажется, что очень так даже неплохо выглядит. Второй момент, который обязательно нужен для такого как бы глэм-стиля, да, за 5 минут, это очки, большие очки, потому что если вы не успеваете делать макияж, то, естественно, глаза у вас не будут выглядеть прям там вау. Поэтому, если у вас не хватает времени на какой-то макияж глаз, быстро очки одели, все. Третье, да, действительно, яркая помада очень хорошо спасает. И у меня сегодня получился такой вот, я бы даже сказала, какой-то пинап стайл, ну, а-ля пинап стайл. И единственная косметика, которую я успела нанести, это консилер Maybelline Instant Age Rewind. И я его нанесла вот так вот на центр лица, растушевала блендером, и все, больше на мне ничего нет. И это выравнивает тон лица, и в то же время, мне кажется, что этого хватает для того, чтобы лицо просто выглядело так, как будто вы абсолютно без макияжа, но в то же время все неровности тона это скрывает. Поэтому мне очень нравится то, что я сделала, и то, как я сегодня выгляжу. На мне такое платьечко довольно простое. И тоже еще вот это украшение, тоже с Алиэкспресса я его заказала. По-моему, там около $1 тоже стоит. Тоже очень прикольно. И, собственно говоря, все. Сейчас жду, когда придет Никита. Он уже вроде как освобождается. И мы хотели сегодня поехать на Лонжерон. Очень многие просили тоже показать Лонжерон. И вчера я выкладывала в Инстаграме фотки с Лонжерона в моем как бы
наряде на день рождения. Всем очень понравилось, все спросили, что это за место такое, это, наверное, какое-то туристическое место. На самом деле оно не такое уже туристическое, там просто дельфинарий, набережная и очень много там кафешек тоже вдоль набережной. В принципе, находится в самом центре, поэтому, когда приезжие гуляют, они зачастую туда не доходят, как бы вниз туда, к Лонжерону, а гуляют больше там Дерибасовская, такие места. Поэтому я обязательно туда съезжу и вам это все покажу. А сегодня, наверное, мы поедем в Парк Победы, потому что я взяла еще с собой Сэмика, я тоже не успела с ним погулять. Поэтому погнали, беру вас с собой. Первое мороженое этого лета, и мой выбор пал на вот такой вот Монако. Здесь что у нас? Карамель и кунжут. Ну, посмотрим, кстати, будет вкусно или нет. Кстати, тоже хотела вам еще показать вот эту сумку. Вот, я ее заказала в Фаберлик. И, честно говоря, я вообще не ожидала, что это будет какая-то хорошая сумка. Но она мне так нравится. Вообще, она очень качественно сделана. Приятный материал. Конечно, это не кожа, это заменитель. Но она очень-очень так качественно выполнена. И из такого цвета тоже нежно-нежно-розового. Класс. Я ее уже таскаю несколько дней. И вот по размеру тоже она мне очень подходит. У нее такая цепочка. Ну, в общем-то, под Шанель как бы оно сделано. Но мне вообще классная. Как за свои деньги, то вообще супер. И сейчас мы едем в парк кушать мороженое, гулять с Эмиком и наслаждаться отличной погодой. В принципе, трафик такой довольно забитый, поэтому... Ой, чувак впереди едет в кабриолете с маленькой собачкой. Боже, какая милота. И вот мы уже в парке. Тут как раз такое освещение крутое. Падают лучики, солнце. Закат где-то сейчас скоро будет. Сейчас уже 7:10, где-то через час уже, наверное, будет темно. И, в общем-то, мы гуляем здесь среди всех этих деревьев, листвы. И, кстати говоря, хотела вам показать тоже. Вот. Самый страшный кошмар владельца собаки – это вот такие вот колоски. У нас такая вообще жуткая история была для тех, кто не знает и кто, ну, с собаками не имеет дела. Таких колосков нужно, такие колоски нужно обходить вообще 20-й дорогой, даже не 10-й, потому что сейчас еще как бы они не опасны, но их бывают косят. И когда они вот уже высыхают, желтеют, они просто валяются вот так вот. И собаки могут вдохнуть их через нос. И у собак нос очень сложный, там система, она закручена там лабиринтами. И если этот колосок попадет в нос и потеряется где-то там в лабиринте, то, грубо говоря, это ужасно, потому что он там будет гнить, естественно. И у нас была такая история в прошлом году. Сэмик вдохнул колосок. И сначала очень долго кашлял, ну, как бы хрюкал так через нос. И потом как-то оно все прошло, и мне показалось, что как бы уже все нормально. То есть уже об этом можно забыть, потому что чаще всего они, конечно, проглатывают этот, выдыхают или вычихивают его назад, или проходит он у них, в желудок попадает. Так вот, я думала, что все нормально, но он где-то недели две хрюкал так сильно довольно периодически. И потом через две недели у него через нос пошел гной. Мы, естественно, пошли к ветеринару, сразу побежали. Нам делали ринаскопию, то есть ему делали наркоз. И потом такой трубкой там внутри глотки все, в общем-то, ходили. Он, ну, конечно, наркоз перенести, это тоже как бы не шутки. Он так долго отходил, у него кровь потом шла с носа. Он такой несчастный, ходил так через нос, через рот, вернее, дышал. Так это еще не все. Самое главное, это то, что они ничего не нашли, когда делали ринаскопию. И в итоге все дошло до того, что нас ветеринар настолько напугал, что, мол, нам уже чуть ли не операцию надо делать, то есть вскрывать вообще черепную коробку, ну, то есть череп ему, грубо говоря, вскрывать. И в самом лучшем случае он у нас будет инвалидом, а, ну, естественно, в худшем, то, скорее всего, не выживет, как нам тогда сказали. И я сейчас это когда вспоминаю, у меня аж сердце начинает быстрее биться, потому что мы так напереживались. Но, слава богу, у нас все обошлось, потому что, судя по всему, колосок, как я сейчас думаю, колосок тогда вышел каким-то образом. А вот этот гной пошел, это как было, как, грубо говоря, наверное, как гайморит у людей. То есть это просто из-за того, что там было раздражение, или я не знаю из-за чего, оно воспалилось. И мы это в итоге все вылечили просто с помощью антибиотиков.
Вот, и забыли как бы эту историю. Но сейчас колоски меня просто в ужас приводят. Вот, мы, кстати, подходим тут уже к водоемчику. Тоже тут довольно симпатично. Это уже мы в центр именно этого парка пришли. Поэтому, если вы собираетесь завести собаку, если вы об этом не знали, то вот обратите внимание, что колоски нужно обходить очень-очень-очень далеко. И с собаками там не гулять. Всегда думаешь, что с тобой это не случится, но... Я вот, по крайней мере, так думала и как-то очень легкомысленно относилась к этому. Но на самом деле все случается, и вот на такой вот фигне можно вообще потерять собаку. И вот еще вам немножко покажу, как выглядит парк. Мы как раз вот сейчас вот по центральной аллее, грубо говоря. Ну, то есть вот в центре этого парка находимся. Вон Сэмми гуляет. Так что, кстати, для тех, кто интересуется, мы за Сэмиком в парке убираем его дела грязные, поэтому, чтобы мне никто это в комментариях не писал, сразу вам говорю. И вот, вот так вот это выглядит. А вот там вот дорога идет на площадь 10 апреля, и вот если вот ехать вот туда, там Аркадия. Вот здесь тоже как бы элитное жилье, но я, честно говоря, не понимаю вообще смысла в этом всем элитном жилье за такую кучу денег. И при этом, ну, как бы все равно ты не получаешь какого-то действительно элитности какой-то. Вот, тоже тут еще Сады Победы, очень такой как бы премиум-класса торговый центр. И что еще здесь показать можно? Ну, по сути, как бы ничего, сейчас мы уже возвращаемся обратно и будем, наверное, уже закругляться и ехать домой. Сэм, не скули, сейчас я тебе даю. Мы уже вернулись домой и сейчас собираемся ужинать. И хочу вам показать ужин Сэмика. Вот это он ест корм вот такой вот. Но корм он не особо любит кушать, и он его сам по себе не ест. И почему мы кормим кормом? Потому что он при этом держит лучше всего форму. Не толстеет, не худеет, у него хорошая шерсть, в общем-то. Но есть просто так корм чистый, он не хочет. И что Никита придумал, это натирать ему на очень мелкой терке вот такое вот мясо. Это очень-очень вкусное, дорогущее мясо. Но в то же время вот такого куска ему хватит, ну, не знаю, может быть, на полгода, наверное. И вот буквально совсем чуть-чуть там для вкуса, для какого-то запаха. Вот, как пармезаном мы ему это все посыпаем дело. И он это с таким огромным удовольствием кушает, вам просто даже не передать. Сейчас ни одной рукой это тяжело сделать, но я уже как-нибудь уже насыплю. И он уже там сидит, скулит, слюнями обливается. На, Сэмик, кушай. И вот он это с удовольствием все ест. Я сейчас буду есть свою еду, это... Не помню какая. Ячневая каша, по-моему, с паровыми котлетами. Мое самое любимое блюдо, потому что я обожаю просто паровые котлеты. Абсолютно никто их не любит, но я почему-то их обожаю. Поэтому, да, буду сейчас ужинать. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Ставьте лайки. Спасибо, что провели этот день со мной. И до встречи в новых видео. Пока. Где наш именинник? Где наш именинник? Где вот это? Вот это наш именинник? Семик. Семик. Сколько тебе сегодня? 2! Да? Дай лапу. Дай лапу. 1. Дай вторую. 2. Нам 2! Молодец.